Здравствуйте, в прямом эфире Никита Макаров, Shop & Show. Это потрясающее предложение сегодняшнего дня, только сегодня. Цена дополнительно снижена от 999 рублей. Невероятное предложение, торопитесь сделать заказы. Это плед «Королевское искушение». У нас есть три размера, полутораспальный, есть двуспальный и евроразмер 220 на 200 сантиметров. И есть разные цвета и оттенки. Есть зеленый, есть фиолетовый, есть бежевый и есть, конечно же, фиолетовый и зеленый. С нами рассказывает об этом пледе наш горячо любимый эксперт Юлия Колосова. Юль, как цвета выбирать-то? Конечно, наш шикарный, освежающий вашу осень плед представлен в ассортименте. Фиолетовый цвет. На вашем экране мы ориентируемся по бороздочкам. Я знаю, что зеленый оттенок вы очень любите, потому что он символизирует лето. И такая у нас трава в снегу, как будто бы, да, мы миксанули два времени года. Очень получилось интересно. Базовые оттенки – это бежевый цвет. Сейчас мы с вами посмотрели. Сейчас посмотрим более темный. Опять же, базовая палитра. Шоколадный, коричневый в заказе. Видите, более темная борозда идет, это трикотажное основание, вот по цвету на него и ориентируемся. И у нас есть светло-коричневый оттенок, также универсальный к любому интерьеру. Шикарное королевское искушение, это главный тренд зимы 2021 года. Сногсшибательный подарок вашим близким, подарок с заботой, с уютом. Обязательно подарите его себе и своим родным. Дорогие покупатели, в прошлый раз за время 12-минутной презентации было распродано 500 таких пледов. Сейчас из-за того, что цена была снижена дополнительно, от 999 рублей начинаются цены. Их будет продано гораздо больше, тысячи или полторы, я даже не могу предположить. Поэтому торопитесь делать заказы, торопитесь приобретать, пока еще цена это действует. Завтра она уже будет в несколько раз выше, поэтому заказывайте прямо сейчас. Если вы смотрите эфир впервые, то это ваш выбор, потому что это безопасная покупка, вы ничем не рискуете. Юль, как дизайнер интерьеров с 15-летним стажем, расскажи, что это за стиль такой? Соответствует он модным тенденциям? Да, это одна из главных тенденций осени и зимы, особенно зимы 2021 года. Именно светлые, пушистые пледы с необычной графичной фактурой будут превалировать в этом году, и дизайнеры будут отдавать предпочтение в украшении домов именно таким вещам, очень напоминающим мех натурального, натуральный, да, животного какого-то. В данном случае у меня ассоциация абсолютно с горностаем. Помните, королевские мантии украшали прекрасным горностаем, может быть, шиншиллой или нестриженной норкой. Это дорого, это статус вашего интерьера. Такое украшение никогда не останется незамеченным и подарит максимальную нежность, уют, тепло, основательность вашему дому. Мех всегда стоял на пьедестале почета и в русском стиле а-ля рус. Есть даже в домах именитых дизайнеров мех, например, Роберто Кавальи, у знаменитого итальянского дизайнера Джо Понти, архитектора легендарнейшего, да, он показал интерьер в мехе и красивой белой плитке, и дизайнеры вдохновились, вернули моду циклично, и 2021 год мы будем встречать с роскошными мехами. Я вас поздравляю, вы в тренде. Юль, ты знаешь, убедила, я в себе хочу королевский интерьер, хочу интерьер, как у Роберто Кавальи. Как с обложки журнала. Да, и вы себе можете это позволить по цене от 999 рублей. Представляете, можно сделать даже такой подарок и сказать, что это Роберто Кавальи, и никто не узнает. А вы всего лишь потратите 999 рублей за полутораспальный комплект. Но у нас есть не только полутораспальный, есть двуспальный и евроразмер. 220 на 200 сантиметров. Выбирайте самый большой или самый маленький, или возьмите сразу несколько размеров. Юль, но единственное меня беспокоит. Я бы взял все три, но я вот неряха, ем в постели, и меня беспокоит, что я за этим белым цветом не смогу ухаживать. А когда речь идет о высоких технологиях, а именно этим способом выполнен прекрасный густой пушистый мех со специальной обработкой, пятен мы не боимся даже на светлом. Мы кофе заварили, полили его поверх фактуры, пятнышко маленькое образовалось, его можно локально убрать в обычной влажной салфеткой. Ну а если пятно будет, ну, более таким основательным, пролили что-то серьезное, ягоды раздавили, не знаю, прикоснулись помадой, то тогда постирайте в машинке. Это допустимо, причем совершенно фактура не портится, остается пушистой, мягкой, сохраняется цвет и, конечно же, вот этот вот эффект натурального меха, он сохраняется. За это точно не переживаем. Благодаря обработке волокон, благодаря пористой структуре волокна. Еще раз продемонстрирую вам, что вы не, совершенно не должны бояться вот таких вот, скажем, казусов, которые происходят, потому что кофе любим пить в постели. Бросаем в стиральную машинку, включаем режим 30-40 градусов, обороты любые отжима, это 800 или 1000, потом обязательно встряхнем, и вот этот пушистый плед останется прежним, как будто вы его вчера только приобрели. Друзья, у нас есть 5 оттенков, посмотрите, выбираем по прожилкам, у нас есть фиолетовый, у нас есть зеленый, сейчас вы его увидите на экране. Я напомню цену, цена действует только сегодня, 999
99 рублей. 66% ваша выгода. Дополнительная скидка. Вот зеленый вы сейчас видите на экранах. И это потому, что этот плед разбирали просто как горячие пирожки. В прошлой презентации за 12 минут разобрали 500 пледов. Сейчас будет больше 1000. Это вы видели бежевый цвет. И сейчас вы увидите светло-коричневый и коричневый оттенки. Вот, пожалуйста, коричневый, шоколадный такой оттенок. И, конечно же, если вам нравится чуть посветлее вариант, возьмите светло-коричневый. Ну, а самое главное, Юль, я хотел тебя спросить, а что можно делать с этим пледом? Можно им пользоваться не только как покрывало для кровати? Какие еще у него функции есть? Ну, конечно же, благодаря тому, что это очень прочное полотно, трикотажное полотно, износостойкое, долговечное, то мы укрываем мебель, мы ее преображаем, мы защищаем постельное белье, мы укрываемся сами. Это теплое, уютное украшение. И, конечно же, для вашего дома и для вас самих. Приятные домашние вечера в окружении семьи и в объятиях мягкого пледа. Это то, что вам нужно этой осенью. Подарите себе тепло, нежность и уют. Софт, а именно это мягкое ворсистое полотно, дышащее, оно еще и гипоаллергенно, поэтому можно всем членам семьи абсолютно. Посмотрим, как преобразился диванчик вашей гостиной. На него хочется присесть, согласитесь, прикоснуться, трогать хочется вот каждый сантиметр, получать блаженство и наслаждение и расслабление. Дом – это наша крепость, дом – это олицетворение отдыха и защиты. И вот такие вещи, почему стал плед трендом, да, 2021 года, потому что это как раз символ заботы. Друзья, у нас эксперт рубрики украшения Олеся Трофимова купила такой плед за 5900 рублей. Вот представляешь, так. В обычном магазине. Она не знала, что сегодня у нас будет цена, которая действует до конца сегодняшнего дня. 999 рублей. Самый популярный коричневый цвет, его просто разбирают и разметают. Друзья, торопитесь делать заказы. Цена действует только сегодня. От 999 рублей. Есть полутораспальный, двуспальный и евро размера 220 на 200 сантиметров. Многофункциональный плед – это самые актуальные тенденции, дизайнерское решение, королевское искушение. Торопитесь делать заказы, приобретайте по цене, которая действует только сегодня.